Привет, друзья! Меня зовут Антон, нахожусь сейчас на отдыхе. Обещал сам себе сильно себя не мучить, больше отдыхать, но не могу удержаться. Буду бежать за новыми эмоциями, за новыми силами, за моральным отдыхом в каньон. Бежать туда около 12 километров и 12 километров обратно. Сейчас 7 часов утра, поэтому у меня права на ошибку нет. Вроде бы есть источники там воды по пути, поэтому буду надеяться, что они там так и остались для того, чтобы выпить воды. Задание вернуться обратно к 11 часам дня, потому что реально уже будет жара. Вчера температура воздуха где-то к этому времени уже была больше 30 градусов. Поэтому, ну тут везде красиво. Я буду стараться бежать и записывать самые красивые места для того, чтобы делиться с вами своей мотивацией, делиться с вами своими эмоциями, которые помогут вам также, возможно, собраться и начать работать. Поехали! Прошло только 3 километра, и я уже думаю, добегу ли я. Скажем так, самое главное — беги на длинные расстояния. Это рассчитать силы, выбрать свою крейсерскую скорость, да. То есть, по примеру, как вы идете быстро, сильно быстро, вы можете уставать. Если вы идете медленно, очень медленно, вы также будете уставать. А если вы идете средним темпом, вы будете идти долго и продуктивно. Также точно с бегом. Выбираем темп, который можем выдержать долго. Не сильно спешить, не сильно медленно, как раз золотая середина, она нужна во всем. И здесь тоже гора, такое ощущение, что она никуда не девается, я уже бегу, а она все на одном месте. Ну, возможно, только 3 километра пробежал, это мало. Вот. Но жара уже чувствуется. Фу, надо бежать дальше. Надеюсь, не этот источник, в котором я хотел попить воды. Потому что вода уже реально нужна. Короче, такой промах, я так понял, небольшой. У меня было выставлено до самого национального парка. Ну, если я не ошибаюсь, я еще думаю, перепроверю этот момент. Оказывается, еще тут 2 километра надо бежать до самого каньона. Короче, воды так я и не видел пока. Но надеюсь, все-таки она будет. Фу, ребята, вот я и добрался до места, где начинается уже сам каньон, в котором можно плавать по воде, по каньону пробираться. Я, конечно, такого делать не буду. Вот. Потому что я уже просто не выдержу физически. Сначала обрадовался, что здесь какие-то есть павильоны. Думал немножко воды купить, потому что я все-таки не стал рисковать. И много пить воды сделал, буквально лоточек. Вот, а пить хочется. Сейчас замерю, сколько все-таки отсюда бежать обратно. 12 то ли 14 километров. Конечно, 4 километра это немало, когда рассчитываешь на 24, а приходится бежать 28 по возвышенностям и по склонам, то это дает о себе знать. Вот. Ну, сейчас еще пару фотографий, небольшая пауза и бежим дальше. Вот и все, друзья. Сделал небольшую паузу, восстановился, отдохнул. Сейчас уже буду бежать обратно. Надеюсь, я сюда еще смогу вернуться со своей любимой, чтобы сделать прекрасные фотографии, потому что мест реально очень красивых много и мало бегло пробежаться. Где-то нужно постоять, посмотреть, понаблюдать, потому что жизнь одна, и такого дня, который есть сегодня, ни у меня, ни у вас не будет. Нужно дышать на полную грудь, каждый день проживать. И даже если у вас сегодня нет сил, нужно сделать паузы, отдохнуть, восстановиться, собрать волю в кулак и снова двигаться дальше. Все концентрируются на том, что нужно иметь выносливые мышцы, на том, что нужно иметь сильные мышцы, на том, что нужно иметь быстрые мышцы и так далее. Но все забывают о том, что это все может никак не сработать для вас, если вы будете духовно, душевно слабы. Когда мышцы сдаются, когда мышцы уже не тянут, когда ты уже не можешь ничего делать, только воля и только дух может заставить их работать снова, заставить их держать удар, заставить их стоять до самого конца. Это то, что нужно, и все об этом забывают. Нужно тренировать и развивать, и восстанавливать не только физические силы, но и духовные, душевные, потому что этот ресурс также исчерпывается. Мы также устаем, и именно здесь, когда мы устаем физически.
но видим эту красоту, наблюдаем гармонию, мы восстанавливаемся для того, чтобы завтра снова идти в бой, для того, чтобы завтра побеждать. С вами был Антон, надеюсь, это видео сможет вас зарядить позитивом, энергией, чтобы вы ее смогли использовать себе во благо. С вами был Антон, до встречи в следующих видео. Пока!